Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас будет снова Африка. Что-то ее стало очень много. Будущее Африки с позиции глобалистов. Раздел «Геостратегия». Глобальные сценарии, даже не став доминирующими и значимыми, проявляются на меньших уровнях, меняя, форматируя регионы и отдельные страны. Одним из самых любимых вариантов будущего – с точки зрения глобалистов был мир полисов, в рамках которого на планете должно было сформироваться пара сотен крупных агломераций государств, ну, то есть полисов, живущих по собственным законам. Связанность, а именно транспорт, экономика, смыслы, военные связи, технологии и так далее между полисами должны были в разы быть выше, чем между полисом и соседними дикими территориями, живущими в намного более отсталом архаичном мире, отрезанной от благ цивилизации. Полис должен был жить автономно от соседних территорий, с минимальными торговыми отношениями. Даже аграрная продукция была должна производиться не на открытой территории, а на индустриально-аграрных предприятиях полиса. Описание подобного миропорядка является аллюзией на античное Средиземноморье. Подобных миров много в книгах жанра фэнтези, но для современного мира это недоступный вариант. Переход в мир полисов требует очень многого, а именно основные изменения. Давайте их перечислим. Исчезновение сильных этнических, желательно и религиозных, обязательно идентичностей. Это требует контроля над миром и несколько поколений переформатирования. Второе. Превращение большей части территории планеты в неприспособленные для жизни людей территории, реальное заражение или уверенность в нем. Практически полный отказ от сухопутной логистики, связанности в пользу морской и авиационной. Переформатирование мира из текущего в состояние мир полисов требует практически полного устойчивого контроля над ним в течение нескольких десятилетий. Последнее достижимо через общемировую катастрофу, когда один из глобальных проектов сохранит за собой контроль над ментальным полем всей планеты, что близко к чудесному сценарию. Однако существуют регионы, где построение территориальной организации, характерной для мира полисов, является достижимой, а именно экваториальный мегарегион, в первую очередь Черная Африка. Для Индокитая и Индии построить такой миропорядок уже много сложнее. Если бы глобалисты больше занимались Африкой, то перспективы формирования и обособления на побережье нескольких десятков крупных городов с принципами апартеида для всего остального населения стали бы целевым состоянием. Следующим шагом было бы объединение всего континента, превратив его в те самые независимые полисы и дикие земли. Никакого развития территорий и формирования национальных государств просто бы не допускали. Французский и английский язык должны были бы вытеснить местные языки, разрушить племенные идентичности, но всем было не до этого. Еще одной ошибкой глобалистов, не позволившей указанному сценарию стать реальностью, стало разрушение режима апартеида в ЮАР, неприязнь англосаксов к африканерам, то есть бурам, оказались слишком сильны. Африканерам, бурам, еще раз скажу. Здесь есть сходство, их отношения к русским уж очень похожи, но другие отказываются встраиваться в общую систему, да и воевать смели, да и повоевать посмели. Вот, со временем режим регионального проживания ЮАР мог бы стать эталоном для Африки, только не между белыми и неграми, а между неграми разных народностей, городских, цивилизационных, говорящих только на европейских языках, и отсталых аграрных, что не смеют войти в пределы очерченной территории. Так, далее. Указанная форма организации являлась очень привлекательной для внешних колонизаторов. В 50-е годы, когда панрегионы обратят свой взор на этот континент или выявится доминирующий игрок, попытки построения аллюзии на мир полисов станут основой политики. Избежать и защититься от этого не так и сложно. Усиление и проявление политических наций, чтобы все население страны считалось своим, и усиление религиозного самосознания, чтобы сложнее было фрагментировать.
И да, несколько лет назад разговоры про необходимость превращения России в дюжину агломераций полисов, чтобы так встроиться в глобальный мир, были вполне популярны среди разных чиновников и футурологов. Хорошо, что это время ушло. Спасибо, что дослушали до конца. Пишите комментарии. Желаю вам всего хорошего.